Итак, у нас в обзоре сетевой фильтр Defender DFS-751. Данный сетевой фильтр был приобретен в магазине Player.ru. Это магазин в городе Москва, Мастеркова 4. Также это интернет-магазин. Собственно, ссылка на данный товар будет под видео и ссылка на данный магазин. В принципе, можно будет заказать, посмотреть по ценам. Ассортимент у магазина очень большой. Теперь, собственно, сам сетевой фильтр. В чем его особенность? Первое. У него 5 розеток с заземлением. У него есть 2 USB-порта. И это самое главное было для меня при покупке. Вот эти порты. Собственно, давайте достанем сам фильтр. Потому что лишние провода для зарядки телефона, лишние, вернее, вилки, они всегда теряются и как бы никогда не находятся в нужный момент. Здесь уже будут просто проводки, подключаются USB 2 входа. У USB входов получается по характеристикам 2,1 ампер сила тока и 5 вольт соответственно. То есть, для зарядки гаджета вполне достаточно. Что еще есть у данного сетевого фильтра? Сделан он из негорючего материала. Имеется предохранитель, кнопка. Но это, в принципе, на всех сетевых фильтрах. Кстати, она такая туго отжимается. То есть, просто там случайно ногой, если зацепить, она не нажмется. Видите, не срабатывает. Надо сильнее нажать, и это классный момент. Потому что очень часто мой ноутбук вырубается именно вот из-за сетевого фильтра, когда кнопка просто слетает и выключается. Дальше. Естественно, все розетки здесь заземлены. И длина кабеля у нас 1,8 метра. Этого достаточно, чтобы под пол, вернее, под стол расположить его для включения ноутбука. Как я и сказал, магазин Player.ru, ссылки под видео. Приценитесь, посмотрите и приятных покупок.